Как заявляют в Следственном комитете, детали расследования обнародованы будут, но лишь тогда, когда это будет безопасным для самого расследования. Профессионалы ведут себя крайне осторожно, чего нельзя сказать о тех, кто к расследованию отношения не имеет. Показательна реакция западных СМИ через минуты после новости об убийстве объявивших, кто виноват. Точно так же, как это было после трагедии с Боингом, сбитым под Донецком. Заголовки западных газет, конечно, лидера российской оппозиции Немцова убила власть. Иные мнения во внимание не принимались. И по совпадению ужесточились нападки британского медиарегулятора Ofcom на тех, кто иную позицию предлагает, телеканал Rush Today. Им достаточно ясно дали понять, заявленную редакционную политику альтернативной точки зрения Ofcom считает предвзятостью освещения событий. Мой коллега Анатолий Лазарев следил за тем, как трагедия обсуждается западными СМИ, и слушал заявления западных политиков, чтобы понять, кто и зачем подтягивает факты под теорию заговора. Как только стало известно о задержании подозреваемых по делу Немцова, телекомпания CNN срочно вывела в прямой эфир своего корреспондента из Москвы по телефону. Выслушав рассказ журналиста, ведущая задала вопрос, без которого, видимо, невозможно оценить ход расследования. А как далеко этот Кавказ, о котором вы говорите, от того места, где убили Немцова? Вообще-то это далеко. Это другой конец России, на юге. Это очень далеко. Уровень экспертизы налицо. А ранее, сразу после убийства Немцова, CNN обратилась за комментариями к журналисту, никогда в России не бывавшему, находившемуся в тот момент за 7500 километров от места событий в Нью-Йорке, да к тому же специалисту совсем в другой области, автору книги про боевиков Исламского государства. Майкл Вайс заказчиком преступления безапелляционно и бездоказательно назвал президента России. Власть заинтересована, и у нее есть возможность убить любого, кто выступает против нынешнего правительства. И то, что Путин взял расследование под личный контроль, напоминает мне убийство в 1934 году Сергея Кирова, которое было срежиссировано Иосифом Сталиным. Не отставала и телекомпания ABC. Чтобы узнать последние новости из Москвы, она связалась с Лондоном. Компетентность корреспондента явно оставляет желать лучшего. Он даже не знал, что Немцова убили ночью. Москва в шоке. Россия вздрогнула от страха. Один из самых жестких критиков Владимира Путина убит среди бела дня. Подобная практика работы с фактами скорее правило, чем исключение, утверждает Андрей Татаринов. Его Центр актуальной политики ежедневно занимается мониторингом зарубежных СМИ. Освещение ими событий на юго-востоке Украины дало Татаринову немало примеров не просто непрофессионализма, а подлога. Западные СМИ не утруждали себя даже посылать в горячую точку, например, в тот же самый аэропорт, свои группы, своих корреспондентов. Они просто брали картинку с нашего же телевидения, меняли фамилии и давали свой синхрон, свой перевод. То есть у нас в один прекрасный момент ополченец Моторола стал руководим из генералов, скажем так, АТО, украинское АТО. Да, вот как работает западная пресса. Показательное интервью главы комитета Сената США по разведке Дайан Файнштайн телекомпании CBS. Она заявила, что о ходе следствия ничего не знает, но, несмотря на это, в связи Путина с убийством почему-то не сомневается. Ключевой вопрос. Есть ли связь с Владимиром Путиным? О, да, я думаю, есть. Отдавал ли он приказ или нет, знал ли он о готовящемся покушении или нет, его ли друзья это сделали или нет, покажет расследование. Тему убийства Немцова и сбитого на Украине в июле прошлого года Боинга СМИ США и Европы отрабатывают по одинаковой схеме, отмечают многие наблюдатели. Спустя всего несколько часов после ужасной трагедии малазийского Боинга на Украине, западные журналисты обвинили Россию в том, что она причастна к катастрофе. И как, скажите, пожалуйста, они так быстро могли определить, что это вина России? Это невозможно. Тем более, что журналисты не авиационные эксперты. Вот так же и в деле Немцова. Журналисты не следователи, но тут же сделали громкие заявления. В общем, ни поспешность выводов, ни грубые фактические ошибки в расчет не берутся, считает американский журналист Дэвид Найт, ведущий программы с красноречивым названием «Информационные войны». Ведь главное сочетание слов для западной аудитории по делу Немцова в эфире прозвучало. Путин – критик убийства. Владимир Путин
Западная пресса уверена, что за убийством Бориса Немцова стоит Владимир Путин. Вот статья из журнала «Новый американец». Она называется «Убит критик Путина». Как большинство людей трактует такое название. Правильно, Путин убил своего критика. Продвигать этот тезис помогала и картинка. Видеоряд с места преступления, как на заказ. Очень большая спекуляция. Первые часы, первый день, что это как-то связано впрямую с Владимиром Путиным. И нельзя отрицать, что место, общая обстановка, картины дали это понять, и даже без текста. Просто как это тело лежит на мостовом, на переднем плане, на заднем, на втором плане есть Кремль. Так что все ясно. Но для тех, кто даже такие намеки не понимает, есть телекомпания Fox News. Презумпция невиновности, столь почитаемая на Западе, моментально забыта. Команду обвинять Россию при каждом удобном случае никто не отменял. Это такой чудовищный акт. Американцу тяжело представить, что президент Путин мог убить своего политического оппонента прямо в центре Москвы. Что все это значит? Как это произошло? Прежде всего, этого бы не произошло, если бы Владимир Путин лично не отдал приказ убить Бориса Немцова. Нет никаких шансов, что хоть доля правды станет известна благодаря этому расследованию, потому что это убийство либо было напрямую заказано Путиным, либо он ходил по Кремлю и говорил, кто бы избавил меня от этого источника проблем. Чтобы шире растиражировать мысль «Путин – убийца», подключили даже юмористические программы. Звучит ужасающе, но справедливости ради надо сказать, что фраза «Надеюсь, Путин тебя не убьет» — это у русских вместо «до свидания». «Спасибо за ужин, Дмитрий. Надеюсь, Путин тебя не убьет». «Спасибо. Надеюсь, он и тебя не убьет». Бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн такому напору американских СМИ не удивлен. Он проработал на разведку США 27 лет. Схема агрессивной пропаганды ему хорошо знакома. Американская пресса только и делает, что твердит «Путин, Путин, Путин». Его могут обвинить даже в сегодняшнем сильном снегопаде. А ведь даже оппозиция России не считает, что Путину выгодно убийство Немцова. И только Запад распространяет эту версию. Это часть западной стратегии – обвинять Путина во всем, лишь бы образ получился пострашнее. И пока, по словам МакГоверна, это удается. В массовом американском сознании мысль «Путин зло» укоренилась. Чтобы начать в этом сомневаться, большинству не хватает информации. Альтернативная точка зрения не пробивается на главные телеэкраны и полосы основных. Профессор местного университета рассказала, что сын пришел из воскресной церковной школы и нарисовал плакат «Мистер Путин, убивать – грех». Я спросил, о чем это он? Она говорит, о Крыме, конечно. Я спрашиваю, а сколько людей погибло в Крыму? О, тысячи, отвечает она. Я ей, вообще-то нет, ноль. Она не поверила. Нет, такого не может быть. Переубедить американцев будет очень сложно, если не невозможно, считает Дерек Монро. Много лет в различных изданиях, занимающихся темой внешней политики и ее информационного прикрытия. Даже если следствие найдет неопровержимые доказательства в пользу какой-либо другой версии, подсознательно люди будут помнить первое, что им начали вдалбливать в голову, неважно, правда это или нет. Американская система пропаганды работает не изящно, но эффективно. Простые американцы не привыкли анализировать. Кому это преступление было выгодно? Вопрос, которым задаются многие независимые политологи. Но их точки зрения не принято обсуждать на американских и европейских телеканалах. Так называемая свободная западная пресса любой повод использует для пропаганды. Они сравнивают Путина с Гитлером, со Сталиным, а ведь Путину убийство Немцова как раз меньше всего выгодно. И даже оппозиция в России это признает. Люди на Западе, рассуждающие сейчас о Немцове, даже и не знают, кто это. Маловлиятельный бывший чиновник, чья партия не представлена в парламенте. Для Путина это убийство, наоборот, создает больше всего проблем. Российская власть ничего не выигрывает от смерти оппозиционера, и не было смысла убивать Немцова. Кому же это убийство выгодно? Да, расследование продолжается, выводы делать рано, но надо признать, что Запад в полной мере использовал этот информационный повод в своих пропагандистских целях. У разных телекомпаний с миллионными аудиториями посыл одинаковый – Россия опасна. Надо готовиться к войне, заявил в интервью BBC бывший глава британской разведслужбы МИ-6. Россия представляет опасность для нас и Запада? Да, она определенно представляет опасность. Насколько большую? Угроза со стороны России возросла ощутимо. Мы должны быть готовы защищать себя и наших союзников. Надо увеличить военные расходы. Продолжают нагнетать обстановку и США. В четверг спикер Конгресса потребовал от президента Обамы как можно быстрее начать поставки оружия Киеву. По мнению Рэя МакГоверна, Вашингтон не остановится, ведь Украина лишь промежуточная цель.
Когда я работал в ЦРУ, я знал конкретных людей, которые свергали правительство. Но теперь мы работаем иначе, мы меняем режим. И не напрямую через ЦРУ, а через организацию «Национальный фонд демократии». Красивое название, не правда ли? Замгоссекретаря говорила, что США вложили 5 миллиардов долларов в стремление Украины к демократии. Но главный приз не Украина, а Москва. Майдан на Красной площади. Конечная цель – московский Майдан, чтобы демократически избранный президент был свергнут. Многие уже понимают, что это не будет так просто. Использование подобных случаев, как убийство Немцова, понятное дело, работает на эту цель. И поэтому за них хватаются. Цель – не только отстранить Путина, это между строк. Главная цель – подчинить Россию. На прошлой неделе CNN, рассказывая о палаче боевиков Исламского государства, известного под кличкой Джихади Джон, показала фотографию президента России. Инцидент объяснили технической накладкой. Но, как отметили политологи, это вполне вписывается в концепцию нынешнего вещания. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневолий, Людмила Моисеенко, Дмитрий Сошин, Марина Доронина и Виталий Зайцев. Первый канал.